Фонд «Татарская семья» могла бы принять у себя как площадка период вот летней работы, крупной работы Конгресса. Чтобы нам было не стыдно, я вот, когда мы начинали, слушал и писателей, и вас, вот, представителей Ульяновской области, да, где семьями работают именно на ХАТО, я бы сразу сказал, если бы еще нашли семью инвалидов, которые чисто глухие, которые, может быть, слепые, но почему бы нам не сделать одну золотую семью, именно чтобы был момент для подражания. Вот. Почему так? Моя тенденция такая, что мы всегда должны быть вместе, независимо от религии, независимо от возраста, от национальности. Мы прошлый праздник проводили, когда наши пенсионеры сидели со школьниками, со студентами. То есть вот, семья – это нераздельно. Это не то, что молодежь сама по себе, там, а пожилые пенсионеры сами по себе. Вот и то же самое. Конгресс вроде бы для лиц с ограниченной возможностью здоровья. У них что, не может быть семьи? Наверное, может быть. Они должны сделать какие-то шаги, чтобы не совершать ошибок. Наверное, мы должны помочь им, подсказать где-то, лишний раз напомнить там, и так далее. Я не буду учить, вы сейчас сами учите его на уроках. Там, наверное, расскажете. Желаю вам. Виктор Ахмарсуз Дегенович, бұлай жиылышу, ол фикірлерінің бірлігінде, нендей бір мақсатқа барар уақытта бірге, бұны саулау үшін де, нендей бір